Дорогие друзья, меня зовут Эли Берцарковский, я временный поверенный по делам Израиля в Российской Федерации. Хотел бы использовать эту возможность для того, чтобы обратиться к каждому из вас. Мы находимся сейчас в очень непростой ситуации. Перед человечеством стоит очень серьезный вызов в форме эпидемии. И хотел бы сказать, что на сегодняшний день и в Израиле, и во всех странах мира проводится очень серьезная работа по решению этой эпидемии, по решению этого вопроса, и мы очень надеемся, что в ближайшее будущее мы сможем вернуться к нормальной жизни. А пока перед нами праздник Песах. Это самый важный, один из самых важных праздников еврейского народа, праздник свободы. И каждый год еврейские семьи садятся за праздничный стол в кругу семьи, едят праздничные блюда и читают о году. И хотел бы сказать, что именно сегодня, в это время, на сейчас, очень важно, чтобы и здесь, в Москве, продолжалась эта традиция. Эта традиция, которая бережет еврейский народ в течение тысячелетий. И очень важно, чтобы и вы тоже сели за праздничный стол, читали о году. И мы очень желаем вам хорошего праздника. И я, и сотрудники посольства, мы здесь, в Москве, с вами. Мы тоже будем отмечать этот праздник и хотим поблагодарить вас и пожелать вам всего наилучшего, много здоровья и Хаг Песах Самеах Кашер.